світ, сонце, так? Ну, теж концепція. Ніколи загорати, так і зараз, так? Ну. Так гріх не зробити селфі, так? Кстати, ми вас фоткаємо. Та ні, ну. Хорошо, я веду. Работает на данной дороге два подрядчика, дорога и белорусская.
все вышли, в принципе, тоже в этом году мы только сейчас так сделаем и быстро поднимите разницу. Да, да, да. Уже работа, да, работа идет полным ходом, темп хороший. И с Днепра уже к нам тоже навстречу, в принципе, тоже идут. Там другая компания, да, да. Мы там уже соединились. Значит, один из заболевших участков, это объездная подстанция, тоже много было скандалов, фуры просто выдавили и превратили, уничтожили ее, да. Уже, в принципе, победители есть, и тоже буквально там где-то, на протяжении, наверное, думаю, 5 дней мы начнем уже. Да, початок Крабинска. По всем остальным участкам. Объездная, да, подстанция. Значит, по всем основным участкам, получается, у нас вот эти участки уже будут вводиться в сентябре у нас в эксплуатацию. Все, мы как бы эти дороги сдаем. И осталось ряд проблемных, будем говорить, вопросов. Это вот два участка здесь, которые сейчас у нас... до Мишкова поговорил. Получается, вот два участка. То есть, получается, проблема в том, что нас откинуло 28 числа, к сожалению, на рассмотрение. Мы написали сейчас письмо. Да, точно. В вересне. Да, 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 да. А мы тут каждый... Да, мы... Не, на вересне. На вересне, 28 вересня, да. А мы, как вы знаете, мы каждый день считаем. Каждый день у нас на... Да, да, да. Чуть-чуть долго, но ничего. Мы понимаем, как выполнить задачу, в принципе, и как с ней справиться. Да. Значит, следующая дорога у нас это на Очаков, Т-15, да, Т-15-13. Не, Николаевск. Да. Значит, мы хотим, вот получается, у нас вот Одесской трассы полностью до самого Очакова полностью отремонтировать дорогу. Несмотря на то, что у нас тоже... От Николаева Одесса, да, от М14, да, получается, до самого Очакова. Несмотря на то, что было тоже много, будем говорить, жалоб, без споров, сроки немного затянулись, буквально, думаю, 10 дней. Да, 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 уже будет уже. И уже, в принципе, хороший. Сейчас дорога будет, конечно, да, да, да. Все, вопрос? Да, мы хорошие отремонтировали. Мы хотим сделать красивое, там уже спроектировали красивые остановки, чтобы люди все силы будут ехать. Да, было интересно, как было красиво, было достойно. И ряд отрезков мы ремонтируем на дороге 15-7, как идет. Общий наш план, порядка 190 км, то, что мы должны закончить. Здесь отмечены те участки, вот, которые мы... 10-м мы до Миколаева, главное, цикл. Так и в 15-м? Не, ну, мы часто обходили, да, к сожалению, да. Значит, єдине, що 11. Ну, більш-менш це якусь дорогу здавали, я думаю, там. Це, як пам'ятаєте, ми в Запорізькій області були, і у них у минулого... Миколаїв-Одеса. Миколаїв-Одеса, да. А вот в 11-м году, вот эти 137 км, это мы сделали, там еще ям нет вообще. Это да. Между Одессой Ягисна и дорога. Николаев. Да. Мы ее сделали в 11-м году, 9 лет. Потому что там первый раз щема положили. Чем будем смотреть, чтобы эти дороги, которые вы нам делаете, были в такие же якости? Ну, уже лучшие технологии намного. Да, прекрасно. Значит, ну, здесь отмечены эти участки, за которые я рассказал. В будущем у нас сейчас в планах мы хотим уже, ну, начинаем проектировать дороги. Одна проблема была в службе, я скажу ранее, в прошлые годы, это то, что не было, ну, не было плана. Ничего не проектировалось наперед, все как-то было взяло в текущем режиме, из-за этого, ну, будем говорить, было ряд проблем. Сейчас мы уже готовимся, сейчас мы уже наперед начинаем проектировать. Мы хотим полностью запроектировать дорогу Р-55, это направление тоже на Одессу. Дорога имеет для нас стратегическое значение, так как в городе Николаеве, если начнутся, когда начнутся, даже так скажу, ремонтироваться мосты, например, то здесь вот эта все области, которые к нам будут ехать, тут будет полностью коллапс. Они поедут на Одессу, могут спокойно ехать от этой дороги. Значит, следующая дорога, которую мы проектируем, это М-13. Она еще в 1964 году по заказу оборонного замовления была. И там уже, будем говорить, плиты вот так вот стоят просто, и овраги, и машины, ну, будем говорить, пропадают. С того момента ей просто даже не уделялось внимания. Как бы одна из тоже кошмарных дорог нашей области. Дальше Р-75.
И вот эта вот дорога, которая киевская, Н-24, мы ее сейчас приводим в порядок в рамках эксплуатации и будем ее полностью перепроектировать, так как тот поток транспорта, который через нее идет, она уже не как сказать, ее критерии должны быть выше. Мы поднимем класс дороги, да, и расширим ее. Это М-14. Вот, нет, это вот мы сейчас ехали вот от аэропорта, мы ехали вот Н-24. Вот, и термопроводовая. Да. Мы ее проектируем все и хотим, мало того, я вижу так, что даже вот въезд в Николаев, как бы сделать красивое освещение, чтобы люди, когда приезжали в Николаев, заезжали, они чувствовали, да, что было. Да. Ну вот, в принципе, вот такой план у нас. 5 200. Да. Это на этот год, да. Проектируем, а на будущий год проектируем даже порядка 500. Скажу, это тоже для нас историческая цифра, как бы, и мы с ней справимся, я думаю, да, мы все сделаем, все будет хорошо. Мы знаем, как, видим и сможем. Для этого все делаем, чтобы планы, которые мы делаем, реализовать. Единственная просьба на проекты больше денежек давать, чтобы мы больше построили в следующем году. Да, ну и вообще... Я думаю, что для... Потому что, на сами проекты, это однозначно. Никогда. Я вам... Сейчас, я вам скажу однозначно, как мы благодарны за то, что такое доверие нам оказано, потому что наша область такого финансирования не видела никогда. И мы в этом году постараемся доказать, что мы достойны того, чтобы, например, на нас обращали внимание, потому что раньше, к сожалению, вы видите, нас реально обходили стороной. И наша задача показать, что мы можем, что Николаевская область, это там как Нинда, потому что где-то это не темное пятно, да, на карте, а мы справляемся с задачами и хотели бы попросить, да, конечно, чтобы на будущий год нам тоже оказали доверие. Постараемся. Постараемся, все сделаем. Александрович, в 19 году, в конце года, сняли стенды, вообще сняли 4 миллиарда 800 гривен, которые были предусмотрены на 5 лет на эксплуатацию дороги. Мы сняли, потому что увидели, какие акты приема. Приезжал лично на дорогу и смотрели, что было сделано на эти деньги. Не было сделано ничего, просто разворот. Мы приняли решение, сняли эти деньги, и благодаря поддержке всем народным депутатам мы в этом году получили рекордную сумму 4,2 миллиарда гривен на дороге для национального значения. Поэтому это огромное спасибо. И точно так же будем идти. Давайте, будь ласка, доброго дня. Да, здравствуйте, сонячна Миколаївщина. Раді всі. Як вам в цілому тут? Мені здається, Да, я пам'ятаю, ми з вами зустрічалися того року, казали вам, що обов'язково зробимо цю дорогу і не тільки. Зараз була доповідь і голови обласної державної адміністрації разом з Укравтодором Миколаївщини. В принципі, чесно скажу, я дуже задоволений, що ми бачимо з вами інфраструктурні зміни в Миколаївщині. Бачимо, що біля 200 кілометрів доріг цього року на Миколаївщині буде побудовано повністю. І ми з вами вже бачимо, якої якості, не просто латати діри, а дійсно буде це зроблено. Вражають, на жаль, факти, що дійсно впродовж останніх 10 років такої суми, як грошей і такої кількості зроблених кілометрів доріг не було на Миколаївщині. Дійсно, чомусь ми звертаємо уваги тільки на ті області, політики звертають, з яких вони приїхали чи в яких вони живуть. Тому мені дуже приємно, що не по остаточному якомусь принципу, а Миколаївщина – одна з пріоритетних областей. І це прекрасно. Якщо амбітні плани і якість доріг буде виконана цього року, то дійсно, і це буде не просто амбітні плани, а ми побачимо результат, то наступного року, я думаю, що ми збільшимо те, що я чув, принаймні в 2,5, ще в 2,5 рази можемо збільшити об'єм будівництва доріг на Миколаївщині. Мені подобається, і не просто подобається, я дійсно вже в це вірю. Чому? Тому що про цю дорогу був план будівництва і упродовж 3 років, а зараз роботи закінчаться в цьому році. Дуже швидкі, якісні роботи. Тому поки що і хочеться щось сказати погане, не можу. Можливо, давайте поставимо запитання, є в когось запитання? Будь ласка, давайте, будь ласочка, я буду давати слово, я вас дуже прошу, давайте я вам буду давати слово. Будь ласка, ви підняли першу руку, представляєтеся. Шановний Олександр, ми дуже вдячні, що ви завітали до Миколаївщини.
адже Миколаївщина – це входить стратегічний міжнародний 7-й коридор транспорту. Тому це дуже важливо, ми вам за це дуже вдячні. Шановний Миколай Олександрович, це дуже важливо для нас мозгів, адже дороги – це життя, але на сьогодні в цьому світі загрожує, як кажуть, здоров'ю нашому життю ще подимує. До речі, ми щиро звертаємо, вислужуємо вам, як кажуть, радість з того приводу, що ваша дружина, пані Олена, одужала від цього захворювання. Дякую. Я думаю, їй буде приємно. Всім запитання. Ви спілкувалися із фахівцями із цієї галузі медицини, ну, і давали їм доручення до виготовлення в Україні вакцини і методів лікування сучасних. Адже наш Володимир Іванович Вернадський, який був засновником Академії, Національної академії України, дуже залишив нам великі значні, які сьогодні дуже актуальні, наукові напрацювання стосовно пандемії, розвитку, так сказати, мікробіосфера, як він назвав, то я би від імені медицинської... У вас вже питання довше, ніж відповідь. Миколаївщини. Хотіла би побажати, щоб ви запросили. Є у нас професор, віце-президент Академії медицинських наук Валерій Запорожан, це ректор Одеського університету. Давайте вже запитання переходити. Дякую. Про пандемію. Я думаю, що конче необхідно зараз зустрітися з фахівцями, тому що Україна завжди була в числі перших. Дякую вам. Яке питання? Та книжку давайте ж, ви ж давали, віддавайте. Ну, про питання я в принципі зрозумів, у вас багато було питань в одній доповіді. З приводу моєї дружини я вам вдячен. Скажу відверто, що це COVID-19, якщо так можна, тут преса. Я не просто хочу вам сказати, що це за зараза. Іншого слова немає. Захворіла моя дружина і син, до речі, теж, і вони разом лікувалися в лікарні. І якщо діти переносяться як діти, я вважаю, більш-менш нормальна тільки температура, і всі батьки там приймаються цим і дійсно хвилюються, то дорослі переносять цю хворобу дуже складно. Навіть ті дорослі, які, скажімо так, молоді, здорові, які займаються спортом, тому я всім бажаю здоров'я і дуже всіх прошу бути обережними, тому що особливо зараз люди перестали, в принципі, дотримуватись будь-яких карантинних заходів, ніхто нічого не боїться, повірте нашій сім'ї, ніхто не боїться, поки в тебе хтось поруч не захворів на цю хворобу. Хвороба виснажує повністю 3 тижні, ну більшість людей, повірте мені, 3 тижні людям, особливо там на початку 2-го тижня, людей відчуття, що вони вмирають. Тобто дуже погано, тому ще раз, я чесно кажучи, раз така у нас з вами відверта розмова, хочу, щоб люди дуже обережно ставились. І з приводу цього, що, до речі, у нас сьогодні там 200 з чимось людей, ми вже на цій хвилі за 2000, вона дуже небезпечна. І навіть небезпечна ж не тільки про кількість людей ми говоримо, а про те, що ми не можемо поставити з вами на всіх дорогах, в усіх лікарнях, нічого не робити, а просто зробити тільки інфекційні лікарні, поставити там ліжки і переобладнання робити в усіх лікарнях. Тому збільшення кількості захворівших для нас, ну, просто зупинить повністю медицину, і держава нічого не зможе зробити вже. Зараз все залежить від людей, просто ходіть в масках і просто там обережно. Я при всій повазі до всіх людей, до віруючих, ну, але з церквами, будь ласка, обережно, на весіллях, будь ласка, обережно, там, де є велике скупчення людей. Таких прикладів дуже багато. Ніхто не розуміє, поки рідна людина не захворіє, наскільки важко витримати це, наскільки важко нашій медицині. Приходячи до другої частини, про вакцину ви запитали. Самого початку пандемії ми збирали всіх фахівців. У нас є геніальні медики, і це є правда.
технічно у нас ніякі вакцини ми не могли робити, ні розробляти з точки зору науки, технічного обладнання, науки медичної теж немає. При всій повазі ще раз до наших медиків-науковців. До них немає питань, вони молодці. Але нічого не було зовсім. Лабораторій ніяких не було. Виробництво вакцин, скажу вам відверто, зараз вже є в нас декілька підприємств, які готові масово виробляти. А тепер про те, що і ми розмовляємо з деякими вже країнами, які є розробниками вакцини, і міністр зараз охорони здоров'я, тобто ми спілкуємось про те, що якщо нам вдасться взяти вакцину в тієї чи іншої країни, ми готові її масово виробляти, допомагаючи іншим країнам і перш за все допомагаючи українцям. Але питання глобальне про науку, про медицину, про розробку вакцин на майбутнє, тому ця задача вже поставлена. МОЗ і прем'єр-міністр окремо, вони збирають науковців. Ми будемо робити окремий такий серйозний центр, збирати найкращих науковців України, щоб ми з вами перед будь-якими майбутніми викликами були готові. На це потрібний час, але я вважаю, що у нас, якщо є бажання, то все інше ми зробимо. Давайте Нік Вєсті, я дивлюсь, у нас є. Хто Нік Вєсті? Доброго дня. Ваня, я прошу, громче, бо не чуть. Ви починилися візит з того, що ви зробили заявлення, що Миколаїв – це бандитський маскот. Скажіть, будь ласка, внутрі. У нас нещодавно приїжджав у нас міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який заявив, що місто таким не є. На вашу думку, змінила ситуація в місті? По-перше, я хочу сказати, якщо я був неправильно, може бути зрозумілим, я не хочу ображати Миколаївщину. Я вважаю і пам'ятаю, починаючи з 90-х років, так називались бандитські міста. І я виріс в такому місці, коли ви знаєте, що відбувалося, був бандитизм в 90-ті, розстрілювали людей на вулицях. Відбувалось такий. Да? І це був такий регіон складний. І на Донеччині таке було, на Миколаївщині, на Дніпропетровщині, все це було. Зараз чи правоохоронні органи справляються з цим завданням, яким їм було поставлено? Тут, мені здається, відповідь правдива, я думаю, саме з вашого боку може звучати. Чи йдуть там які? Тому що вони мені доповідають, що були операції серйозні проведені. Я дійсно бачив якийсь результат, я бачив статистику. Чи це було, скажіть мені правду? Ви вважаєте, було прекрасно. Чи все зроблено? Я впевнений, що ні. В цьому напрямку багато треба працювати, тому Миколаїв не бандитське місто. І Миколаїв зовсім інше, як я і сказав на самому початку, дуже сонячне. І завдяки не тільки погоді, і завдяки людям. Ну, а про море, про судоплавство, про судобудівництво ми ще сьогодні будемо говорити. Серйозні плани, і я думаю, що ми прямо сьогодні почнемо деякі втілювати плани в життя. Тут є ще, я бачу, інше місто, да? Це інше ТВ, вибачте, будь ласка. Да. Небольшое уточнение по этой дороге, если сравнивать с дорожным строительством по стране, все-таки сроки и качество, может, есть какие-то замечания. И небольшое уточнение, вы вчера были в Херсоне, сказали, что это бриллиант юга может стать. А какой эпитет по Николаеву и нашему области? Да. Ну, мне кажется, бриллиантов много не бывает. Вот. А Николаев, какой эпитет? Не знаю. Мне кажется, несколько. Несколько. Я бы очень хотел, чтобы от слова или от словосочетания по поводу город Корабелов мы перешли с вами к реальности и к практике. Я действительно хотел бы, чтобы это был такой город рождения, или, наверное, не рождения, так будет несправедливо к истории Николаева и Николаевщины, а город возрождения Корабелов. Вот. Вот мне кажется, что вот такой вот ренессанс, он сегодня
очень помог бы и эмоциональному всплеску для людей, которые живут здесь, и к, не только к эмоциональному, а к реальному возвращению людей к жизни в Николаевщину. Так что я думаю, кроме города Возрождения, может быть, еще по пути появятся какие-то мысли. Главное, чтобы эти все мысли и наши с вами словосочетания превратились в дела со стороны государства. А вот, а что касается бетонки, я не знаю, как сравнивать. Это, ну, это мощнейшая дорога. Я знаю, что иногда нам приходится, кроме наших амбитных планов, про какие мы говорили, там, біля 5000 километров доріг по Украине, деякі дороги просто треба трішечки підтримувати. Тобто тут історія про іншу дорогу, капітальна, серйозна, потужна дорога, думаю, буде стояти. Ну, думаю, да, 50 років. Ну, так кажуть будівники. Якщо що, через 50 років їх знайдемо. Ну, як? Колеги, дуже дякую. Насправді, по часу вже все. Дякуємо вам дуже. Дуже просимо вас. Дякую. Давайте закінчимо, Олександр. Треба закінчувати. Ми казали про те, що журналістська діяльність не може бути об'єктом для переслідування. Я хочу зараз вам повідомити про переслідування нас як журналістів. Я представляю інтернет-видання, найбільше читаємо інтернет-видання Миколаївської області, «Преступний снід», я головний редактор Анатолій Чубичев. На жаль, рік тому вашим указом в Миколаївську область було назначено, призначено керівника ОСБУ Віталія Герсака. За цей рік перебування на посаді Віталій Герсак, який, на жаль, наразі тут відсутній, цей рік позначився лише одними скандалами і давлінням на средства масової інформації. Як ваше ім'я, я вибачаю? Анатолій, якщо можна, зараз до вас підійде мій... Можна я закінчу? Вибачте, я ж вас слухав. Зараз до вас підійде мій помічник, передасть вам номер телефону. Будь ласка, передайте мені... А можете прямо зараз. Передавайте мені інформацію, я розберусь з цим питанням. Не знаю деталі цього питання, але розберусь. І ми все прочитаємо. Я вам вдячен кожному з вас. До зустрічі. Да, дякуємо вам, дякую. До побачення. Дякую. Давай тоже все. Ну вже ж 3-4 питання було, Володимир Олександрович. Треба їхати. Дякую вам дуже. Дякую за якийсь міст, через яку ми йдемо. Ввечері, коли ми закінчимо. Ну, плюс-мінус, щоб я вас не тривожу. Десь о 6 годині. Або можна завтра днем. Я теж буду на роботі. Дорогие друзья, закончилась пресс-конференция Владимира Александровича. К сожалению, не было возможности ближе подойти к нему, чтобы записать то, о чем говорил он возле предыдущих стендов. Как мы видим, перед ним отчитались о строительстве дорог в Николаевской области, бетонных дорог. Он ответил после этого на несколько вопросов, заявив, что Николаев больше не бандитский город. Обсудил с журналистами ситуацию с коронавирусом, напомнил о том, что все-таки... Напомнил, что все-таки эпидемия продолжается, и она никуда не делась, и о ней нужно забывать. К сожалению, из-за того, что времени мало у президента, президент уехал, больше вопросов не удалось нам поставить. Сейчас, насколько нам известно, и то, что озвучил президент, он собирается посетить встречу, скорее всего, с людьми, которые заинтересованы в строительстве кораблей в Николаевской области. Ведь он заявил, что он хочет, чтобы Николаев перестал быть на словах городом корабелов, а стал таким в действительности. Вот попрошу показать, к сожалению, из-за вируса, как мы видим, даже не разрешили жителям села Капустино подойти. Много было желающих, однако оцепление из полиции не пускало людей. Собственно, как и журналистам, тоже нельзя было подойти на более близкое расстояние. Попрошу вот еще раз показать вот стенды, у которых отчитывался глава службы автомобильных дорог о ремонте дорог нашей области. Давайте, может быть, пойдем попробуем спросить его впечатления. Владислав. Дома. Прямой эфир. Вам удалось пообщаться с президентом. Впечатления какие-то? Положительные впечатления. Ну, во-первых, я не знаю, но общаясь с ним, чувствую себя спокойно как-то. Ну, не было такой, да, например, там, да, напряженности, как бы, ну,
Ну, не знаю. Мне кажется, хороший обычный человек. Ну, тогда видно, что нету, знаете, такого, когда есть люди, да, там себя как-то несут. Ну, я, то, что я, например, раньше всегда смотрел, как меня. Ну, классно, доступно, не знаю, мне понравилось. Доволен ли он работой? Ну, да, и запланированный. Ну, судя по выступлению, доволен тем, что амбициозные цели, которые мы себе поставили, как бы, да, они, ну, уже даже близки, будем говорить, к выполнению. Все работы там практически, ну, я рассказал там пару участков, да, которые у нас сейчас там чуть-чуть застряли. В принципе, на всех участках сейчас уже начаты работы. И, ну, я не знаю, даже вот взять там тот же Очаков, который сейчас у нас до сих пор, да, был там в жалобах. И сроки, будем говорить, теперь очень сжаты. Как бы мы все равно поставили за задачу, в этом году мы должны обеспечить проезд, и люди должны поехать по этой дороге. К сожалению, мы не могли подойти ближе, зрители тоже не слышали. Вот первые стенды, о чем вот там говорили? Это тоже обсуждали какие-то участки дорог? Значит, мы говорили, первый стенд, мы говорили об этой дороге, о том, что получается, сейчас мы ремонтируем здесь там порядка у нас 66 километров, уже 46 уже готово. В конце этого месяца мы уже дойдем до дороги М14, это объездная Херсона. Ну и в конце октября мы собираемся пустить уже транспорт по данной дороге. Н11, следующий стенд у нас это Н11, получается, это, ну, через Баштанку, которая идет. Рассказал об участке, получается, от Казанки до Днепропетровской области. Это, ну, наболевший участок всех, наверное, не только казанковцев, я имею в виду, то есть, а, в принципе, николаевцев, потому что многие, ну, было очень много обращений, много жалоб. Потом, что там начались уже работы, идут полным ходом, даже идут в некоторых участках сейчас с опережением. О объездной Баштанке, о том, что тоже сейчас в течение буквально 10 дней недели на объездной Баштанке тоже начнутся работы, вы помните, да, сколько скандалов с этой дорогой. Ну и даже те участки, которые у нас сейчас находятся в АМКУ, в жалобах, мы все равно собираемся закончить в 2020 году, в принципе, и пустить по ним движение. Вот. Что с финансированием? Обсуждали ли финансирование на следующий год? Будет ли оно таким же рекордным? Значит, я рассказал о наших планах, рассказал о том, что мы в этом году постараемся доказать то, что мы будем говорить, да, достойно, что мы, ну, как говорится, то доверие, которое нам сейчас оказано, что это было не зря. Ну и рассказал тех, будем говорить, опять же, исторических, я считаю, планах, потому что у нас никогда столько дорог, у нас порядка где-то, наверное, 500 километров будет проектироваться. Это капитального ремонта, это, ну, серьезных объектов. Я считаю, это очень такой тоже планка, очень высокая, мы с ней тоже справимся и сможем в финансовый год, знаете, войти уже, да, с документами. Кстати, я вам скажу то, что чего у нас раньше не хватало, так это то, что заранее не планировалась работа, да. Многие, я вам скажу, вот, например, даже взять Казанку, на данный проект мы его делали быстро в этом году, на него надо было, шло 4 месяца, мы его сделали буквально за один месяц. С подрядной организацией, с проектантами, мы буквально ежедневно были на связи, постоянно их контролили, да, ну и за месяц смогли справиться с задачей. Потом, вот в чем и была проблема, я считаю, прошлые, наверное, года, в том, что мы постоянно догоняли. Мы не шли в планах, мы не готовились к следующему году, не говорили, ребята, у нас есть проекты, давайте, все, мы готовы, да, а мы догоняли. Сейчас мы решили это все исправить, и уже сейчас мы проектируем дороги и готовимся к будущему. А сколько денег в общем на следующий год вам понадобится, если вы сейчас проектируете 500 километров? Ну, сколько приблизительно это вот, будет? В принципе, вот где-то это сошлось со словами президента о том, что он сказал, что если все будет нормально, да, все хорошо, то можно, например, даже финансирование увеличить 2,5 раза. Да, то есть это сумма? Слышали. Ну, если мы 4 умножаем на 2,5, то у нас будет порядка 10 миллиардов. Где-то примерно... 10 миллиардов в следующий год? Где-то примерно, я не могу... Возможно. Не могу утверждать, но у меня, в принципе, проекты, которые мы готовим, в принципе, где-то приблизительно в такую сумму они и будут. Если, я же говорю, ну, дай бог, чтобы все было хорошо, и нас то доверие, которое дали, оно повторялось из года в год, а мы уже своим работой, своим темпом будем доказывать, я же говорю, что мы этого достойны, и мы можем. Это самое главное. И знаем, как это сделать. Спасибо вам большое. Что ж, мы будем завершать нашу трансляцию. Как мы видим, мероприятие закончилось. Нам удалось пообщаться с главой службы автомобильных дорог Николаевской области Владиславом Невеселым, который рассказал нам все-таки, о чем говорил с президентом. Как мы услышали, в следующем году амбициозные планы отремонтировать 500 километров дорог, на которые, возможно, Николаевская область получит уже рекордные 10 миллиардов гривен. Ну что ж, будем прощаться. С вами был Казура Иван, Неквести. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, чтобы не пропускать следующие трансляции. Спасибо, что были с нами.